8 ноября 2022 год, город Хабаровск. Друзья, снимаем лунное затмение. Пытаюсь приблизить. В общем, луна выглядит вот так. Красная. Красная луна. Через несколько минут полностью тень закроет луну. Сейчас наползает слева направо. Это наш храм. Спасо-Преображенский собор кафедральный. На Хабаровской земле. И вот здесь вот луна, красная луна. Когда мне было лет 12, днем тоже была вот такая, красное было солнце. Весь воздух был какой-то красный, вот солнце закрыло какой-то пылью. И вот, ну, видимо, это тоже было какое-то затмение, не помню. Помню, что учились мы в школе в этот момент. Ну, в общем, впечатление такое интересное. Небесное явление природное. Ну вот, температура у нас где-то минус 4. Холодно. Зима. Все, друзья, теперь вы это видели. Да, можете этот ролик себе забирать.